Дух соперничества, вкус совершенства и каре молочного теленка. В Лионе проходят 17-е Олимпийские игры для поваров. Финал престижного международного конкурса «Золотой Бакюс». 24 кандидата из разных стран соревнуются за право именоваться лучшим кулинаром. В этом году состязание впервые проводится без своего вдохновителя, легенды французской гастрономии Поля Бакюза. Когда мой отец организовал конкурс 32 года назад, он и подумать не мог, насколько знаменитым станет его детище. Посмотрите только на всех этих болельщиков, которые приехали в Лион поддержать свои команды. И кто же победит? Я скажу вам это в среду вечером. Вкус блюда – главное. Но, как и в большом спорте, жюри также оценивают технику и артистичность. Учитывается и экологичность приготовления. На хорошем счету у судей – национальные нотки традиционных блюд. С новым регламентом у представителей развивающихся стран шансов на победу очень много. Знакомые блюда на новый лад, в соответствии с традициями национальной кухни, вполне могут привести их на подиум. В свое время страны Северной Европы и воспользовались конкурсом, чтобы написать историю своей гастрономии с чистого листа. Это было здорово. Кухня ждет. Половина кандидатов уже закончила свое выступление, другой только предстоит это сделать. В этом году ставки особенно высоки. Нам придется подождать еще несколько часов, прежде чем мы узнаем, кто же станет обладателем святого Грааля гастрономии. Cinzerizzi, Euronews, Lione.